Продолжается ремонт объектов в рамках национального проекта БКД. Комиссия, в состав которой вошли специалисты департамента дорожного хозяйства, администрации, общественники, волонтеры, проверила качество ремонтных работ в микрорайоне Южный на улицах Можайского и Вологодская. Капитальный ремонт дороги, огибающий новый сквер, уже в активной фазе. Здесь, на улице Можайского, на участке от Бурашевского шоссе до улицы Левитана, отремонтируют дорогу длиной 1 километр 250 метров. Тут уже уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Предусмотрены работы по строительству тротуаров, а также обустройство автобусных остановок с заездными карманами. Сейчас здесь ведется строительство линии освещения. Будет установлена современная линия электроосвещения, металлические опоры, беспроводные. Все провода будут убраны под землю. Современные светодиодные фонари будут установлены. На 90% готов объект на улице Володарского. Здесь полностью заменили асфальтобетонное покрытие и установили искусственные неровности. Особое внимание безопасности дорожного движения уделено в том числе и потому, что рядом находится 51-я школа и ИФОК имени Султана Ахметова. В этом году в рамках нацпроекта БКД в Твери отремонтирован ряд дорог, на которых расположены 46 муниципальных объектов. Это школы, детские сады города.